Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать в Anthem. Перед вами Джавелин-перехватчик. Это фактически разведчик, самый маленький Джавелин. Имеет хорошую подвижность и 20 способностей. Вообще у нас способности делятся на штурмовые, ударные и вспомогательные. В целом, если взять способности, данный Джавелин имеет ножи с двойными лезвиями, это в основном используется при ульте или ближнем бою, рывок, далее кассетную мину, кислотную бомбу, звездную вспышку, плазменную звезду, удар сверхновой и так далее, и так далее. Вот удар сверхновой достаточно интересная вещь, потому что создает вашу копию, и она вместе с вами на протяжении некоторого времени воюет. То есть это, грубо говоря, ваш такой напарник. Следующий Джавелин у нас идет Шторм. Это фактически маг. То есть те, кто привык играть магами в всевозможных ММО-проектах, вот этот Джавелин вам подойдет. Имеет способности ледяной дождь, огненный взрыв, шаровая молния, огненный шар. То есть вот такие магические вещи, но всего способностей 13. Меньше, чем у предыдущего. Но если посмотреть по стриму, то вот который был совсем недавно, оружие у него говно, но способности-то очень хорошие. Следующий у нас на очереди идет Джавелин Рейнджер. Что в этом комплекте есть? Во-первых, это комплект, я считаю, который будет наносить основной урон. Почему? У него есть только одних видов гранат. Осколочные, инферно, замораживающие, бомбы-липучки, гранаты-ищейки и так далее, и так далее. Далее, взрывные ракеты, энергетические лучи, ядовитые дротики. То есть у этого комплекта есть все, чтобы наносить максимальный урон за минимальное количество времени. Ну и напоследок у нас остался самый тяжелый класс, это Колосс. Он может принимать урон, потому что у него есть щит, у него очень сильная ближняя атака, такие отбрасывающие удары. Помимо этого он может носить тяжелые виды вооружения, такие как мортира, огнемет, пулемет. То есть это подойдет класс для игроков, которые вот любят быть на переднем крае, постоянно в движухе. Так что каждый найдет класс под себя. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Пальцы вверх ускорит выход роликов на моем канале. Подписывайтесь на группу, на канал. Всех благ, друзья!